Сложная ситуация сложилась вокруг поединка Азама Гафурова, как бы не сказать по-другому, очень печальная ситуация. Всех приветствую, вы на канале Антонов ММА, и сейчас мы с вами разберемся от начала до конца в отмененном поединке Азама Гафурова на завтрашнем турнире. Сегодня утром появилось видео, оптимистический ролик, в котором Анис Якубов говорит, что все в порядке с Азамом Гафуровым, он сгоняет последние килограммы, граммы и настроен побеждать. Подготовка идет супер. Остались последние килограммы, можно сказать, граммы даже. Гоняем весь. А вот печальные события, которые последовали дальше, расстроили всех болельщиков. Sport in Tajikistan сообщили, отменен бой Азама Гафурова против Алана Гомеша на завтрашнем ивенте. Причина отмены боя – из-за состояния здоровья бразильский боец не смог прилететь на турнир. Лига ACA сразу же дает официальное объяснение. Алан Гомеш и Лэнс Палмер не явились на процедуру взвешивания по состоянию здоровья. Их поединки отменены. Что самое печальное для Азама Гафурова и для всех нас, друзья. Дальше читаем. Бойцы, не уложившиеся в лимит весовой категории. Среди списка Азам Гафуров. Он не уложился в вес, перевесил 2 килограмма. Именно эти 2 килограмма стали камнем преткновения. Почему его не пропустили дальше в финал Гран-при? Из-за этого закрутилась вся драма. Представила официальный обновленный постер, в котором мы уже не видим фотографию Азама Гафурова и Алана Гомеша. Это говорит о том, что официально Азам не выступит на завтрашнем турнире. Далее жесткая реакция вице-президента ICA Асланбека Бадаева. Послушайте. Если бы Азам сделал вес, так и было бы. Но когда ты 2 килограмма не делаешь, извини, в финал пройти не вариант. Какой промежуточный вес? Человека сняли, врачи, ему плохо стало. Какой промежуточный? Человека сняли... Проблема со здоровьем. Один из болельщиков объяснил, что попасть на турнир он преодолел огромное расстояние. Хотел он попасть на бой Азама Гафурова, а теперь после того, как Азам не выступит, у него нет мотивации смотреть этот турнир. Никак не хотел. Но я тут чисто свое мнение сказал. Я никак не хотел лигу критиковать или хайповать или что-то там. Просто ждешь один бой, а сколько, да? У нас ехать до Москвы 250 чем-то километров, поэтому мы ждали до конца, что это будет состояться или нет. Никакого неуважения с нашими молодыми бойцами нету, но их бои не стоит, чтобы, например, 30 километров ехать туда. Поэтому я написал так, что мне интересно чисто для нас этот турнир. Просто чисто мнение, свои мнения, мнения пацаны, которые собрались. На этот турнир ехать сказали. Ну извините, если как-то неправильно выразился. Те, у кого есть билеты, те, кто хотели посмотреть бой Азама, конечно же, новость очень печальная, что он не выступит. Я сам очень сильно расстроен. Все ждали, все с нетерпением следили за подготовкой Азама. Он в очень хорошей форме находится, но, к сожалению, такое в спорте случается. Бойцы слетают, и это не только в ICA. Давайте, друзья, поддержим Азама, потому что ему поддержка сейчас как никогда очень сильно нужна и важна. Асланбек Бадаев на этом не остановился. Он записал новое голосовое сообщение, рассказал про ситуацию с Азамом Гафуровым. Что касается Азама Гафурова, соперника Алана Гомеша, учитывая это еще бой Гран-при был, Азам сам не сделал 2 килограмма, это усложняет задачу. Если бы Азам сделал вес, можно было бы говорить о том, чтобы автоматически пропустить его в финал, учитывая все слеты, все, скажем так, сорванные поединки. Но так как сам Азам не сделал вес, тогда уже об этом говорить не приходится. Свой полуфинальный поединок Азам проведет после Рамадана. Он в полуфинале. А вот кто будет его соперником, будет это Алан Гомеш, Курбан Гаджиев, Азамат Кирефов или кто-либо другой, это мы уже узнаем чуть позже. Вот такие дела. Мы очень хотели до Рамадана все эти полуфинальные пары определить. Но видите, здесь ситуация, с которой мы до этого не сталкивались. Поэтому мы не можем с перевесом человека финал пропустить в то же время. И соперник выбыл, и боя не состоялось как такового. К сожалению, Азам выбывает из завтрашнего турнира. Хорошо это или плохо? Конечно, плохо. Он очень мощный спортсмен, конечно же, заслуживает попасть в финал, чтобы узнать дальнейшую реакцию самого Азама, что он скажет. Подписывайтесь на мой канал, и так вы будете знать все подробности. Увидимся в новых видео.